Итак, снимаем видео под названием кодовым «Нарушение государственной границы». Я же говорил, что через реку переплывешь и все, и там уже будет Украина. Все, сейчас. Я даже не знаю, какой температуры вода, говорит, страшно холодная. Я хочу переплыть эту речку туда, а потом назад. Подрящие. Все, постоял на украинской стороне и обратно. Сносит, причем так сильно. Какое течение. Рыба меня пугает. Чувствую, что поплыл одну. Это глубина. Все, нарушитель приплыл обратно. Пометил украинскую? А? Пометил, говорю, украинскую землю? Нет. Ну что, я собачка, что ли? Надо было российский флаг поставить. Что? Российский флаг поставить. Флаг. Побезобразничать. Ну, ну. Папа. Ой, хорошо. Бодрит. Красота. Ну все.